Всем привет! Сегодня я сниму вот про свою багирку. Багир, видите, какие плохо. Сегодня 1 января. Короче, она у нас очень сильно заболела. Но сейчас уже вот у нее... Она легла, она не кушала. Вчера я думал вообще на Новый год был. Вчера я не спал, с ней сидел. Думал, хана ей будет. Багир, Багира. Ну вот она уже в себя приходит. Все лежи, моя красавица. Просто это как член семьи. Ей сделали сейчас, вызывали ветеринара. Короче, еле нашли ветеринара, кто, сами понимаете, праздники. Вот они, шприцы. Короче, ей было очень плохо. Ветеринар сказал, если до утра она выживет, выживет. Ну, вроде бы она уже отошла. Вроде нормально. Очень низкая температура была. Видите, она дышит. Ну, в курятнике тепло. Ну, все, глаза какие. Она 2 дня не спала. Просто лечь даже не могла. Потому что это, ей было очень тяжело. Какая-то инфекция, короче. Врач такой. Я не знаю, что за человек этот, блядь, врач. Он ничего не сказал. Насывал ей кучу лекарств, этих уколов. Если, говорит, до завтра выживет, то позвоните, нет, то нет. Вот так. Заболела, очень серьезно заболела. Какая-то инфекция, говорит, мам, мы ей сделали сегодня клизму, думали, что-то у нее с желудком. Давали лекарства, оказывается, это... Ну, он сказал, что-то с сердцем у нее. Какая-то инфекция. Ну, сейчас она главное поела. Вот уже что радует, она поела, пьет воды. Сейчас хан-то там носится, а вот ей плохо. Короче, мы вот кто держит или собирается держать вот таких породистых собак, делайте всегда прививки. Вот делайте, блядь, я вот не сделал прививку и осенью. И вот, на тебе результат, блядь. Второй раз мы ее уже спасаем. Не знаю, до завтра, дай бог, она у нас. Завтра, если до завтра она, ну, я думаю, она уже все нормально и становится. Она назначит курс антибиотиков. Мы уже сами будем колоть ей. Заболела наша красавица, заболела. Не знаю, в чем дело. Он говорит, какая-то инфекция, зацепилась эта инфекция. Вот она 2 дня просто вот так стояла, но она еще тяжелее дышала. Вот стояла и все. И она не ложилась, не ела. И сегодня вот только, да, врач один работал, этот ветеринар. Мы вызвали, ну вот, очень много лекарств сделал. Прошло 3 часа. Ну, ей стало лучше. Да, Багир? Багир, ай, ты, ну, иди ко мне. Ну все, вот она уже реагирует, ходит. Это моя красавица. Ладно. Завтра посмотрим, что с ней будет. Все, вызовешь, да? Более-менее все уже себя. И хвостом даже уже виляет. Да, это наша красавица. Все, ладно. Спасибо за просмотр. Всем пока. Скоро увидимся. Вот она, наша красавица. Все нормально, всегда пришла. Вот сейчас уколы ей делаем, вот она уже чувствует. Вот такой вид. Послушная, она лечится хорошо, мы ее не первый раз лечим, да, Багир? Уколы не боится она. Да, Багир. Прописал нам врач ветеринар, вот где, как видно, целых 3 вида уколов. Сейчас будем все-таки делать. Все-таки собака это член семьи. Тем более вот такая, это же как человек, она же умница. Вот посмотрите, как она уколы переносит. Все, Багир. Вот она даже не шевелится. Все. А нет, вот больно попало, больно. Ну все. Все, моя красавица, все. И еще 2 раза. В другое место. Внутримышечный колем, это у нее что-то с сердцем. Нет, эти. Это... инфекция, просто оно, видимо, как-то это...
организму сложно было, и сердечный какой-то у нее был то ли приступ, то ли что-то такое. И вот это. Кардиостимуляторы тоже делают. Ну все, она уже ест у нас, пьет, бегает. Это она грустная, потому что мы ей укол делаем. Так она и веселая. Так она вроде, да. Дышит нормально. Это она грустная, она. То, что мы ей уколы делаем, так она сейчас повеселее. Да, Багир? Багира? О, грустная, загрустила. Ладно, на паузу нажми пока. Вот второй укол. Все, Багир, все, все. Даже не почувствовала, да? А, ты наша красавица. Да. Мы ее... Врач! Когда ей было полгода, мы ее еле спасли. Она у нас вообще под капельницей лежала. Мы сами делали ей капельницу вот сюда в ногу. Вот так, под капельницей она целую неделю по несколько часов лежала и не шевелилась. Она тогда вообще тяжелая тогда, была. Ну да, ну и вчера вот... И третий укол. Еще на празднике это все случилось, что ни врачей, никого нету. Вот видите, даже она не реагирует вам. Все. Умница, умница. Все. Умница. Ну-ка, давай, вставай. Ну-ка, вставай, иди сюда. Ну все, вот он, красавец. Все. Укол сделали, пойдем прогуляемся. Пирата погони, Ашана погоняешь. Ладно, вот. Дай бог, мы вылечили ее. Так что за собаками надо следить. Это же тоже. И вообще за всеми животными надо следить. Да. Вот такой нам сюрприз она преподнесла на Новый год. Ну ничего. Дай бог, оклемается, скоро родит даже. Ну не скоро еще, весной погуляет и принесет нам что-то. Он кушает то, что. Ну-ка, Багир, кушай, что там, есть что-нибудь? Покушай. Ну там она уже выбрала то все. Обиженная, уколы сделали. Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока, скоро увидимся.